Любовь Божья в нас открывает множество дверей. Его истину познаем, взываем «Ава, Отче». Она говорит нам, что мы дети Его и побеждаем мир Духом истины. Знаем, что тот, кто в нас, больше того, кто в этом мире бесчинствует. В том любовь, что не мы возлюбили Его, но Он возлюбил первый и послал Единородного Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Любовь Его в нас говорит о том, что мы Его дети, и любящие друг друга свидетельствуют о том, что в них Бог пребывает. В любви нет страха, ибо она страх изгоняет. Боящийся не совершен в любви, а поддается мучениям. Будем любить Его, ибо Он возлюбил каждого прежде. Рекомендую ознакомиться с первым посланием Иоанна, глава 4.